Привет, ребята, с вами Унылый Геймер. Сегодня мы играем в игру под названием Дезире. Хуере. Том Брейдер, вернее. Игра про искательницу приключений на свою жопу округлую, аппетитную, смачно. Итак, погнали. Давайте средний уровень. Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся и постепенно теряем способность удивляться. Практически все, кроме немногих исследователей, искателей истины. Именно они определяют будущее. Ебать, меня в какие-то горы занесло. Остальные? Они все. Они сдохли все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Ну а хрен он тут. С ними. Ни за что. Ну вот они, приключения на нашу жопу. Ёпта. Чё, мне сразу карабкаться надо? Что мы там забыли вообще на этом пике? Тропа ведет вверх по склону. Достигните пика горы. Давай-ка здесь поаккуратнее. То ноги поднимай, волочишь, блядь. Ветер тут бешеный. Надо ух ты, блин. Дальше. Охереть. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. О! А, черт! Ты в порядке? Оступилась! Все да. Нормально. Сейчас бы, блядь, полетела какашкой вниз. Твою мать! Мать твою, я еле успел. Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой. Нет! Слишком опасно! Принц Персия. Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Чё, на который можно забраться? Здесь. Ну и... Ну как? А чё, дебил? Ну, бывает. Ебать. Чё я сделал? Вот я дебил. Чуть не сдох. Товарищи, этот хряк будет ждать меня. Я реально могу сдохнуть 10 раз. Иха! Это мы уже умеем. Надо перепрыгнуть. Да-да-да. Хватайся за руку. Нихера себе, ребята, дерзкие. Ох, блять. Хватайся за руку, за километр стоит. Ты в порядке?
Тебя, а мне какао было, блин. Пошли. Хоть бы сказали, нахера мы туда идем вообще. Или у Ларочки, как всегда, заебы свои. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город... Туши свою зажигалку. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Что рот как-то непонятно открываешь при разговорах. Оп, оп, оп. Ёпта, снег по колено, нахуй. Что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. А я думаю, нас сожрет медведь, который нам встретится по пути. Ладно. Да похеру, я сейчас полечу дальше вниз, стопуду. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. И чё мне надо? Букву Е быстренько нажать. А чё это, кабаняку буду на тросе тянуть? Нихера себе. Ну-ка. Пошёл ты нахер. Идём медленно. Держись рядом со мной. О, ёптама. Чудом спаслись. Ага. О. А, чё-то я вообще прыгаю. Хряк, догоняй. А то леска порвется. Блять, ну что тут, прыгать надо? О, фак. Фиона? Перепрыгну. Да легко. Только, блядь, не туда я прыгаю. Опа! Ебать! Чё, лох, что ли? Баба перепрыгнула, а ты... Сейчас я трос тебя закреплю. Полезешь в нём. Ещё чуть-чуть, вытащи меня. Чё? Что случилось? Еба. Я бы в штаны насрал так, блядь, лезть. Еще 120 килограмм за собой тащу, блядь, жердяя какой-то. Леона, мы добрались. Я вижу развалины. Ёпта мать. Опа, опа, ё. Все, игра закончена. Я держу. Держу! Лара! Держи, блядь, держи. Да. Я тебя вытащу! Вытащишь, точно, блядь? Там. Держи за сосульку, дебилка. Там. Перекинь меня на другую сторону, скорее! Как? А похеру. Что сейчас происходит? Оп. Оп. Оп, блядь. Оп. Да сейчас, подожди. Чувак, мне же надо раскачаться. Опа. Хер. Хер. Да подожди, держи, братю. Я ж не хочу умирать. Держи!
Твою мать! Лезу, ёма народ! Все, иди в пизду, я режу веревку, нахер ты мне нужен. Валим, дядя! Бля, это мне что, уже все, меня бежать. Что? Похеру. Была не была, все. Куда, блядь, скакал? Хер его знает. Ладно, сейчас. Попытка номер 1. 2. Текаем, хлопцы, текаем. Тихо. Опа! Оп. Вперед. Во! Да похрену, все нормально, погнали. Давай. Блять, снег по самые яйца. Давай, родная. Так, вот сейчас будет. Вот, блин. Охереть, начало. Что? Твою мать, куда мне надо бежать-то? Ёбаный урод, что надо было делать? Чё так лажаю-то, ёпта? Чё, сейчас с самого начала? Ой, блядь. Вот это экшен с самого начала, блин. Ну что происходит? Что там? Зависла игра. Что? Ну и... Ага. Так. Держись. Ёб твою мать. Уходим. Давай, текай, блядь, дура. Блядь, прыгать, что тут надо вообще? Прыгать. Блядь, не обосраться бы. Ты что, куда? На, сука, хуй меня так возьмешь, блядь. Что? Пиздец? Да где этого негра теперь найду? Я улетел настолько далеко, что просто пиздец. Я вообще живой? Двумя неделями ранее. Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа, переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что... Так, где мы лазим? В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда более важная истина. Поп Еремей. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться. Но... Я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу.
Бля, что-то в прошлой части я пожопастей было. Был. Вернее, она была, а не я. Постарела девка, блин. 2 года, как 3, как и 2. Что-то рожа у него поменялась тоже, кстати. Так, сейчас замандячим кого-нибудь, гар нахрен. Давай, лупи! Это я, Анна! О боже, прости, пожалуйста. Что ты здесь делаешь? За головой не все в порядке. Реагирует на соседей так. Тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он да, стоял как на пороге и я великого тоже. Открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Нездоровая девка, однозначно. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О боже, Лара, нет! Это безумие! Да ни хрена, в Сирии. Приди в себя. Вернись домой. Не в Сирии, мне послышалось. Но это мания. В Сирии. Русские всех разбомбили. Какие гробницы? Я видела что-то. Вы чё? Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится? Чем? Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка. Да, легко, ёпта, Сирия, ёпта мы. Что там Россия бомбит свои самолеты, что ты? Что ты полезешь под ракеты? Зачем ты что, с головой не порячешься? О! Зимы как не было, так и нет. Откуда? Что я там так долго был? 2 недели. Так, стопэ. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. 2 неделями ранее. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Тут снега нет. 2 недели назад. Я что-то опять накосячил, наверное. Что-то не так. Это учение просто. Да, это вот... Черная акула российская летит. Вы что ты тут делаете вообще? Так? Они предложили больше. Опа, УАЗик. УАЗик, Хантер. Ёпта, я только разглядел, правда. Предложили больше, чтоб тебе пулю в лоб, блядь, дебил. Ну и как всегда, у меня полный пензец начинается. Майку я не меняла уже 3 года с той самой части. Так, штаны тоже, ёпта. Ща пизданёт. Цепляйся, цепляйся, я же зацепился. Тут сердце так бьется. Так, мне надо заценить ее жопу. Нет. А вроде так и ничего. Хотя что-то где-то что-то. Так, идем. Ой, что? Ёпта, меня еще и кошмарит так не детски. Конечно, с такой высоты упасть башкой и расщебиться. Стопэ.
документах что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Все, полегчало, погнали. Не каждый мужик так сможет лазить, как тёлка. Рейдер Tomb Raider. Легко, выход на две. Давай, 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 давай. Опа. Неужели добралась? Добралась. О, у меня фонарик блатной. Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это... слово... Пророк. Выходит, папа был прав. Да. Папка твой был прав, как всегда. Исследуйте плату фресок. И что? Так, здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Инстинкт выживания. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Чё, я стал мощным знанием языком? Я подзабыла греческий, но... Да. Он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Ну-ну. Я помечу места на карте. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Ой. Стенку ломай лучше. О, да, сейчас наги вертушкой, да? Потайной вход. На. Да хорош, ты уже пролезешь, господи. Блять, ослепнуть можно. Ёптать. Потрясающе. Вот бы. Конечно. Да папка твой уже не увидит. Бухает он сегодня на квартире у себя дома. Некогда ему. И чё? И чё? И шо мне надо делать? Дура! Куда ты прыгнула, балда? Так, надо заранее отпускать кнопочки. Оп. 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 Оп, вертолет. Опять черный акул летит. Надо бежать, бегом, 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 бегом. Оп, 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 держи. Оп, прыг. Блять, нахер я жму, сары. Твою мать, опять меня бомбят вечно, блин. Куда, куда, куда? Чё, охренели, что ли? Чё, правда, что ли? Пиздец, так высоко. Страшно прыгать, ты что? Ой,
Убиться можно так. Вообще, куда я лезу? Куда мне надо? Что мне надо найти? Я не знаю. Вот сюда мне надо. Троицы неумолимо преследовал пророка. Кто это? Его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Кто это? Кто со мной разговаривает? Оу, щиты, мечи, бери себе каску вот эту, шлем, бери, бери. Твою мать. Сколько цвет мета. Черт, чтоб тебе. Блять. Братюнь, ты тут нормально как-то тут. Ты живой? Блять, тараканы, ну их нахер. Скорпион. О, товарищи, вас тут до хрена. Ну валим, валим. Нажмите F. Нажмите F. F. Твою мать, сколько народу-то помёрло. Тут чё была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Ой, извини. Пророк убит орденом Троицы. Понятно. Сын мой. Орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец! Присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Неужто? Так, я паузу нажал нечаянно. Так. Кого-то там заметил. Братунь, отдыхай. Бля. Черт, чуть не попалась. Твою мать, ты чуть не обкакался-то. Майку и штаны пора бы уже и сменить было. Что у них тут? Ай, блин. Куда я попала? Что мне делать? Сейчас воды нальем, плот. А я плавать-то хоть умею? А как кирпичи всплыли, я не понял. Прикольно. Так, и... Как бы освободить ту старую платформу? А как ее освободить? Да вот я тоже этот же вопрос тебе задаю. Блять, а как мне пистолет достать? Я чуть забыл уже. Вон по той штуке стрельнуть надо, да? Отсюда. Вот это прикол. Кирпичи плавают, блин, физика.
Физика 7 класс. Пиздец. Как так ровно ногу можно было поставить? Чё? А, быстрее, детка. Бля, быстрее, бля, я сейчас задохнусь. Нахрен. Твою мать. Сколько она в дерьмо попадает? Уже могла бы под ноги смотреть элементарно. Пиздец, столько в дерьме ковыряться или и опыта не набраться. Странная бабень. Эх, красота-то какая.